Это остатки российской ракеты, которая сегодня прилетела днем в город-центр города Винницы, в центральной Украине. А это все, что сделала эта ракета. В центре Винницы это дом быта. Сейчас работают сотрудники ДСНС Украины, разбирают завалы. Это парковка, где стояло примерно 50 автомобилей, она вся сгорела. И это дом офицеров, где не было военных, это гражданский объект. Всего по данным ДСНС на этот момент известно о не менее 20 погибших, из которых трое детей. Примерно 90 человек получили ранения, 50 человек из них довольно серьезные. 42 человека не выходят на связь, возможно, они также погибли. Украинские власти утверждают, что в доме быта, в доме офицеров и в соседних домах не было ни одного военного объекта, а также ни одного военного. Фактически ракеты «Калибр» являются достаточно точным оружием, и российские военные не могли ошибиться, запуская эти ракеты с подводной лодки с Черного моря. Воздушная тревога звучала сегодня с самого утра. Тревога охватывала центральную западную Украину и южные регионы Украины. В Николаеве также были обстрелы, также есть погибшие. Советник президента Украины Арестович заявил о том, что российские военные ответят за взрывы в Виннице, за недавние взрывы в Киеве, в Краматорске и в Кременчуге.